Добрый день! Сегодня мы представляем микс лета. Это сток. Все подробности видео вы можете увидеть под... Все подробности лота под видео. Итак, сегодня у нас вот такие замечательные лоты. Есть майки Эсмара. Размер XSS. Они в упаковке. Мы их даже не вскрывали. Далее есть колготки размер L. Вот такие вот летние сандалии. Здесь, видите, немножечко от транспортировки, но это убирается. 39 размер. Вот такие вот они очень красивые. Ну, куда без мужских галстуков обязательно. И вот такой замечательный рюкзак. Сейчас наступило лето. На отдых люди ходят, конечно же. И нужно куда-то все положить. Вот, посмотрите, такая завязочка есть. Здесь на магнитах и боковые кармашки. Очень удобный. Он хлопок. Этот рюкзачок. Итак, приступаем. Здесь очень много всего. Платье XS, платье туника. Далее шикарная юбка под кожу. Размер M, шикарно смотрится. Блуза женская у нас 40 размер. Ну, я думаю, может и побольше кто-нибудь сюда попасть. Так, юбочка у нас размер S на резинке. Топ можно к этой юбке, 40 размер, ХБ, хлопок. Джинсы 36, написано 34-44. Достаточно тянутся, такие модные, с высокой талией. Майка мужская, S, размер SM, такая спортивного типа, ткань как спортивная, достаточно плотная. Платье женское, XS, длинное. Летние шорты очень тоненькие, М, хлопок. Также юбка на резинке, размер XS. К нему можно топ 44 размера, хлопок. Очень тонкая джинса, размер 34-48, здесь написано 38, посмотрите, все вещи с этикеткой. Очень тоненькая, летние прямо, сзади обманки. Платье. Размер М. Спортивные шорты XSS. Вот такой вот. Без карманчиков они. Достаточно такие. Посмотрите, вот внутри даже как шортики сделаны. Спортивная ткань, спортивная. Купальник Эсмара. Размер 40 написан. Очень красивый купальник. Лето все-таки наступило. Блуза женская, 42 размер. Очень красивая хлопок. Прямо такой шикарный. Кюлоты, кстати, с блуза, кюлоты. Также из Маровски, 42 размер. Похоже, ткань на лен. Вот такие кармашки. Красиво оформлены пуговичками. Посмотрите. Комбинезон женский, 36 размер. Очень легкий. Сзади есть разрез летний. Очень тоненький. Шорты спортивные 44-46 с кармашками. Блуза XS, хлопок. Все вещи новые. Блуза женская Эсмара 40 размер, хлопок. Здесь есть вышивка, красиво оформленная блуза. Тонкая. Юбка на резинке, размер М, очень хорошо тянется, внутри есть подклад. Шорты, хлопок, размер S, очень интересные шортики, цвет красивый. Летом с майкой, с блузкой. Юбка на резинке, размер S, хорошо очень тянется. Майка размер L, хлопок. Джинсы размер у нас 36-38, все вещи с этикеточкой, эти более классические джинсы. Блуза размер M, хлопок. Майка женская 44 размер. Блуза женская размер L, также хлопок очень приятный. Купальник. Также Эсмара купальник, небольшой размер, 44-42. Шорты, размер у нас здесь
сейчас секундочку, 40 размер, очень легкие. Майка размер М. Удлиненная майка, ну скорее туника XL. Также хлопок. Очень красивое платье, шикарное, 44 размера. Вот. Сзади также спинка оформлена, небольшой вырез на поясе. Еще одни шорты. У нас размер здесь 42. Очень тонкие летние шорты для прогулки. Футболка размер XL. Белая классическая футболка. Думаю, в любом гардеробе она пригодится. Также классическая футболка размер M. Также хлопок. Боди. Размер здесь у нас M. Очень легонькая. Хорошо, достаточно тянется. Шорты 42 размер. Ну, как бы можно даже и 46, я думаю. Футболка размер 44, хлопок. Майка 2XL, очень трудно людям найти с большими размерами, очень приятный трикотаж. Также шорты можно взять, 2XL, также они подойдут к этой маечке. Джинсы 32 размер, тянутся. Очень приятный цвет, такой персиковый. Шорты спортивные у нас размер S. Думаю, что мужские. Еще одни спортивные. Здесь уже M размер идет с кармашками. Блуза размер XS. Спортивные шорты для отдыха, для прогулок. У нас размер XL. Очень легкие. Еще одни шорты спортивные. Также XL размер. Они у нас с кармашками. Спортивная блуза размер 38-40. Такая ткань спортивная. Штаны размер 40. 36-50 даже написано. Они с карманами. Очень легкие. Это клёши. Я думаю, что можно. Очень красивые такие велосипедки XS для активного отдыха. Шорты мужские размер L. Они с кармашками. Сзади, посмотрите, даже еще один кармашек есть такой потайной, для телефона можно использовать. Майка спортивная MS. Шорты размер M, также это трикотаж. В пару им можно взять майку размер L. И шикарный комбинезон 44-46 размера из льна. Очень красивый комбинезон сзади на завязочках. Подробности об этом боте можно посмотреть под видео. Спасибо большое.